Сегодня в меню – пальма из фруктов. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Банан – 1 штука. Киви – 3-4 штук. Мандарины – 2-3 штук. Фрукты – это не только вкусно и полезно, но при такой подаче это еще может быть интересно и красиво. Подключите к процессу деток, будет весело. Фруктовая нарезка уместна на любом столе, особенно если вы составляете праздничное детское меню. Отдайте предпочтение самым спелым и сладким плодам. Количество пальм может быть любое. Подготовьте все необходимые ингредиенты для пальмы из фруктов. Мандарины почистите и разделите на дольки. У киви снимите шкурку, разрежьте каждый плод пополам, а затем каждую половинку еще на 4-5 частей, чтобы получились дольки. Банан очистите и разрежьте вдоль пополам. Чтобы он не потемнел, можно смазать его соком лимона. Выложите банан на блюдо в виде стволов пальмы, а затем нарежьте на кусочки толщиной 1,5 или 2 сантиметра. Дольки мандарина положите у основания, имитируя песок под пальмами. Киви уложите сверху в виде листьев. Пальма из фруктов готова. Фруктовую тарелку подавайте сразу к столу. Фруктовая тарелка в оригинальной подаче поможет украсить любой праздничный стол. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!